Я приветствую всех, кто зашел на мой канал. Вы на канале Вязалки с Еленой. Сегодня я хочу вам показать, какие я купила нитки. Я их заказала на сайте AliExpress в разное время и решила снять небольшое видео, обзор. Вот, смотрите, ниточка очень мягенькая, мне нравится. Я уже несколько изделий связала из этой пряжи. В комплекте с моточком дается вот такая катушечка под цвет ниточки основной. Из этой пряжи я связала несколько изделий. Вот такую шапочку я связала. Смотрите, какая пушистая ниточка. Я эту шапочку вязала в одну ниточку и в одну дополнительную. Также я связала берет. У меня на канале есть мастер-класс по вывязыванию шапочки, берета. Также я связала свитерочки. И сейчас я никак не могу довязать. Довязываю, довязываю, никак не довяжу. Вот такой вот свитерочек. Также он из пуха норки связан. Вот я уже рукав вяжу. Осталось чуть-чуть провязать и связать резинку, и будет готов свитерочек. Вот я вяжу такие вот косички на рукавах. Вот эти ниточки. Вяжу я в одну нить и в одну дополнительную. Свитерок такой легенький, теплый получится. Вязала я этот свитерок регланом сверху. Вот такой регланчик. Свитерочки я люблю вязать в одну ниточку и в одну дополнительную ниточку. Они так получаются очень теплые. На свитерок у меня выходит где-то 3 моточка этой пряжи. Вполне ее хватает на размер 46-48. Камера передает сейчас правильно цвета. И может кому-то будет интересно узнать, какой это номер ниток, я буду рассказывать. Вот смотрите, это... Эти ниточки под номером 847. Очень красивый цвет. Так, сейчас я... Вот этот серый, светло-серый цвет под номером 802. Очень пушистая. Самая пушистая из всех моточков. Почему-то так. Вот зеленый цвет. Это зеленый. Немножко камера неправильно передает цвет. Темнее. На самом деле он немножко светлее. Это номер 805. Этот очень цвет красивый. 851. Вот я оторвала этикетку и посмотрела номер ниток. Это ниточки номер 32.
из всех ниточек, которые лежат перед вами, вот эти серые самые-самые пушистые. Смотрите. Если взять вот этот моточек, связанным уже изделием, то также видно, что ниточка распушилась. А после того, как я свяжу изделие, я его постираю, будет еще красивее выглядеть свитерочек. Эту пряжу я люблю покупать из синей этикеткой, потому что я брала с желтой этикеткой, мне не понравилось. А так посмотрите, после того как постираешь изделие, вот оно такое становится пушистенькое, и этот пух не вылазит. У меня много планов по вязанию. Я планирую из этих ниточек связать регланчик. Из зеленых я буду вязать берет. А из серых я хочу жилет связать. Я уже придумала фасон. Ну, из этих также что-то придумаю. У меня в достаточном количестве есть эта пряжа. Не забывайте подписываться на канал. Будем вязать вместе. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч!